Анкара не получала от Москвы запрос на пролет через ее территорию самолетов с гуманитарной помощью в Сирию, заявил в среду РИА Новости представитель Министерства иностранных дел Турции. От Российской Федерации не поступало никакого запроса на использование турецкого воздушного пространства для пролета самолетов с гуманитарным грузом, РЕД, в Сирию, заявил РИА Новости сотрудник министерства. Собеседник агентства добавил, что разрешение на использование воздушного пространства Турции для пролета любого иностранного самолета в Сирию рассматривается ведомством с особой тщательностью в связи с чувствительностью темы. Запрос России на пролет самолетов с гуманитарной помощью для Сирии в воздушном пространстве Болгарии и Греции вызвал противодействие США. Во вторник МИД Болгарии официально сообщил о запрете на пролет в период с 1 по 24 сентября в воздушном пространстве страны самолетов России с гуманитарной помощью для Сирии. Это решение в Софии обосновали опасениями относительно содержимого перевозимых грузов. В то же время Иран удовлетворил все запросы Москвы на предоставление авиакоридоров для доставки гуманитарных грузов в Сирию.